красавцы. Сейчас. Опа, ку-ку. Здравствуйте. А что вы тут и шмонаете? Работаю. Вы работаете опять? А как вас зовут? Станислав Ильич. Вы можете познакомиться с жителями города? Конечно могу. А? Сокловский Станислав Игоревич, сержант полиции. А что вы тут делаете, сержант? В машине сижу, видите, сзади. А? Вы за ним гнались? Да. Мне позвонили, сказали, что вы гнались. И что? Что он кого-то ограбил? Нет. А? Нет. Вы опять на мою территорию заехали, пацаны. Вы кто вообще, гражданин? А? Вы кто? Кто я такой? Да. А ты кто такой? Сержант полиции Соколовский Станислав Ильич. Представлялся вам. Соколовский? Оу. Я. Сейчас мы глянем, кто ты, как ты стоишь. Сокол. Обычный. Ты ясный. Да. М? Обыкновенно стою. Плохо ты стоишь. Нормально. Сокол. А вы нормально стоите? Ну, лучше, чем на проезжей части. Что он делает на проезжей части? Это что? Работает. Работает? Да. Мужчина, что он хочет от вас? Вы можете мне сказать, что он хочет? А? Вы не отъезжайте, я с вами поговорю потом. Они суды завалили. Люди не могут гражданские обратиться в суды. Мужчина, вы зачем не можете? Занимайся работой. Ты работаешь? А я думал, ты на службе. А ты, оказывается, работяга. А? Ты не устал случайно работать? А? Тебя мама еще не узнавала, не? Как там в селе у вас поживают? Свиней багато, твоих тоже, а? Что, став городским, пацан? Улыбайся, гляньте, все же видно, гляньте на него. Утащится. Ну эти еще меня не знают. Вы куда собираетесь? Да? Да так, я еще не знаю. Уже знаю? Да откуда я его знаю? Слышь, а что там Галаченко говорит? Не знаю. О чем? Я без понятия, кто это. А Юдин? Что Юдин? Что Юдин? Что он говорит? Кто говорит? А? Я не знаю, о ком вы говорите. Ты не знаешь? Конечно, не знаю. А что у тебя глаза светятся? Радиоактивно. А я думал, что ты такой с рождения. Да нет, с рождения это вы такой. Кто такой, я? Ну. Что ну? А ну скажи. Что сказать? Селичок. Ты за кто? Лазовацкий проехал? Да я не Селичок, нет. Лазовацкий? Нет. Не? А вы? А вы? Что ты идешь? Гляньте, он идет. Он заминжовался. Заминжовался. Вот так, господа криворожане. У вас блох какой-то свой? Да? Нет. Нет? А я просто так. А. Захотел. А где смотреть можно на себя? У мамы у себя посмотришь свидетельство рождения. Нет, видео где смотреть? Свидетельство рождения возьмешь и почитаешь. Хорошо. Хорошо. Не уезжайте пока. Подождите. Пока не едьте, я хочу с вами поговорить. Я камеру выключу, я с вами поговорю. Подождите. Что они хотели от вас? Поняли? У них нету времени. А теперь сечите. 46. Куда поехали? Давай будем общаться. Общаться давай. Как тебя зовут? Я уже Правильно. Писался. Все, они смылись. Они даже ему ничего не выписали. Это тот автомобиль, который сзади номера у них там.